Добрый день, дорогие друзья. Мы с вами вновь на вкусной кухне пиар-бара. И с вами я, шеф-повар Валерий Ковалев. Сегодня мы с вами приготовим блюдо азиатской кухни. Это тубу с овощами, соус якитори. Что нам для этого понадобится? Нам понадобятся овощи. Здесь у меня болгарский перчик. Я взял желтый, красный, ну, чтобы был какой-то контраст. У меня морковка, у меня репчатый лук, у меня грибы щитаки. Ну и сам главный наш продукт – это тубу. Я его буду панировать в крахмале и затем буду обжаривать во фритюре. Ну, то есть, такими вот кубиками. Я нарезаю наш сыр, отправляю его в крахмал, и я буду обжаривать его во фритюре. Можете спросить, где мне там дома взять фритюр. Я тоже не стал делать профессионально в фритюре, специально для того, чтобы показать. Вот я взял сотейник, налил туда масло, нагрел его на плите, и у меня получился импровизированный фритюр. Я проверяю наше масло. Масло нагрелось. И я отправляю наш тубу в масло. Долго его жарить не нужно. Нам нужно, чтобы он у нас схватился в крахмале, поджарился. И у него будет грубо говоря, поджаристая корочка. Туба у нас жарится, мы займемся овощами. Болгарский перчик я вот такими вот треугольничками его нарезаю. Болгарский перец. Репчатый лук у меня. Можно вместо репчатого лука взять лук порей. Будет очень вкусно. Наш тубу готов. Я его достаю. Я подготовил вот такую вот тарелку с салфеточкой. И я отправляю его сюда, чтобы у нас лишнее масло, сыра ушло. И у меня грибы щитаки. Я их замочил накануне. Все, морковку я отправил. Я отправляю наш перчик. И я отправляю наши грибы. И я отправляю репчатый. Какая палитра цветов у меня заиграла. Я добавляю наш соус, ну, где-то грамм 50. И я выливаю нашу водичку. Я делаю поменьше огонь. И отправляю наш тубу к овощам, чтобы все это дело впиталось. Все перемешалось и вкусы соединились. За счет того, что тубу был приготовлен и обжарен в крахмале, я его когда туда добавил, да, у нас с вами крахмал соусу, он отдастся в соус, и соус все равно, мы же с вами добавили жидкость, да, то есть он станет более густой, потому что крахмал, он как один из элементов, что загущает соус. Видите, у нас с вами тубу стал глянцевый. Я все овощи сюда. Я посыплю кунжутом, ну и как бы добавлю некой такой свежести. Наша туба с овощами готова. Приятного аппетита и ждем вас в гости на нашей кухне.